Всем большой привет, друзья! Меня зовут Кирилл, и сегодня мы будем продолжать наши малярные работы в нашем новом курятнике для породной птицы. В прошлой части про обустройство курятника мы закончили отбеливать верхнюю часть, а нижнюю часть я решил сделать более темным цветом, чтобы когда птица все равно она там что-то копается, ест, пьет водичку, на белом цвете слишком сильно будет видно, поэтому решил какой-нибудь темный оттенок. В итоге у меня получилось купить колер темно-синий и черный. Я, в общем, все это перемешал, получилось что-то типа бирюзового. В общем, сейчас увидим, покажу. Еще вот купил пенку. Отверстия, которые остались, нужно тоже запенить, чтобы не продувало. Не нужно отверстия, откуда там где у нас сено тут хранится, всякое не сыпалось, в общем. Будем заканчивать недоделки, думаю, в ближайшие 2-3 дня все это должны закончить. И уже, чтобы курятник полностью был готов к заселению, хотя тут уже у нас есть, видите, птичка. Вот, поэтому давайте закончим, чтобы была как бы законченная версия нашего курятника, а не так недоделана, а то как у нас постоянно бывает это. В общем, приступаю к работе. Так, вот такой тут творческий беспорядок. Здесь прошлые у нас краски. Напоминаю, я крашу интерьерной краской, потому что от нее не остается, вот смотрите, белого. Конечно, это не дезинфицирует, но то дезинфекция проводилась уже один раз, поэтому нормально. Потом весной уже будем проводить еще раз. Так, в общем, сначала все это я вот такой щеткой, это автомобильная щетка, почищу, чтобы всякая пыль и там сено вот это не было, чтобы было красить удобно и краска не перемешивалась с этой пылью. И потом уже вот видите, вот тут щели, вон там щели, и вот в этом углу вот такая щель, смотрите, вот это нужно запинить, потому что зимой вот этот угол самый холодный, там вот даже стена замерзает. Вот, давайте приступать. Первым делом привел в порядок наши стены, которые нужно красить, потому что там накопилась пыль в щелях, там сено, какие-то еще, паутина. В общем, все почистил, чтобы можно было красить без проблем. Дальше я пытался разобраться с пенкой. В общем, что-то понял и начал потихоньку все заполнять. Начало положено. Вообще отлично. Вот, пенку здесь уже сделали. Здесь вот у меня получился вот такой оттенок. Потому что, как я узнал, чтобы сделать полностью черный оттенок, это вообще нереально почти с колером. Очень трудно. Поэтому я взял две темно-синие и одну черную. Там тюбик, сколько там граммов было, я не помню. Получился вот такой какой-то морской цвет, что ли, можно сказать. Вот. Вот этот угол я покрасил. В общем, на сегодня хватит. Продолжим завтра, потому что сегодня у нас пожарили шашлычки. Пора идти кушать вкусное мясо. Вот. Ну, это уже... Если даже не завтра закончу, то на следующий день точно закончу. Здесь вот тоже вот, вот такой вот синий цвет будет. Белый. Вот такой морской. Красота. А как же и мои руки все запачканы. В общем... Сейчас сколько часов-то, я даже не помню. Я тут поработал не так уж много, может быть, полчасика, чуть больше полчаса, 40 минут. Вот, в принципе, тут немного, 6 рядов кирпича по сравнению с белым, здесь получается намного быстрее и удобнее. Вот, встретимся завтра. Выживают наши утята. Ну как утята, уже почти полноценные утки. Сидят они пока что в загоне. Я им вот водичку сейчас еще раз нужно поменять под вечер. Поставил им пока что только зерно. Думаю, лучше, наверное, зерно с комбикормом пока что поставить. Нужно. Посмотрю, как едят зерно сначала. Если нормально, то в принципе они уже взрослые для комбикорма. Ну, для несушек у меня есть, там для простяка можно это пока что перемешать. Но они вот так целый день смотрят, как из тюрьмы.
хотят наружу, к уткам. Прям некоторые даже отсюда лезут. Они, наверное, привыкли к большим количествам уток вместе, а сейчас только вот втроем. Ничего, сейчас у нас в ближайшие дни дождей не было. Я их в домик пару раз загонял, чтобы вдруг, если дожди, что-то, чтобы они не боялись туда заходить. Первый раз они так испуганно, внимательно зашли. В общем, но загнал. Теперь думаю им, ну теперь они точно туда зайдут. Сегодня еще раз загнал, уже спокойно зашли. Вот, сегодня тоже такая более-менее погода, но вчера было прям тепло, 20 градусов. Утки тут сидят, гуси. У нас вот навозная куча меньше стало, вчера разбрасывали. Смотрите, какой контраст. В загоне, где гуси, какая земля и трава, и все вокруг зеленое. Мы их периодически раз в день, в два выпускаем туда, в поле, к себе в огород. Они там щипают траву с удовольствием. В общем, в прошлом ролике вы увидели, этим оказывается не 4 месяца, не 4,5, а только 4 исполнилось. Поэтому ждем еще как минимум 2 недели. Вот видно, что они еще линяют полным ходом, поэтому мы их тревожить еще не будем. А вот насчет гусей, вот эти вот 2 гусенка, которые младше были, им 2,5 месяца как раз. В принципе, возможно, мы их как раз и в морозилку попробуем, потому что иначе, если упустить момент, то уже это будет, ну, ближе к Новому году, даже чуть позже. Смотрите, октябрь, а у нас еще спеет малинка, ой, это у нас поздний сорт. Ремонтантная малина. Как вкусно, просто не представляете. В конце осени есть такое. Вообще. Вкуснотень. О, оса напала, смотрите. Еще цветут, представляете? Вот, нужно это увеличивать. Можно, в принципе, вот эту пересадить, смотрите, она немного отдельно. Да, хорошая малина. Она начинает спеть где-то в сентябре, в начале. И вот уже месяц. Там ягод, кстати, много было. Очень много. И крупные. Хочу сказать пару слов про наших мускусных утят тяжелой линии. Это у нас серебро и шоколад. В общем, сегодня заметили, что один селезень немного плохо шагает. Он, можно сказать, упал на ноги, как это говорят про бройлеров. Из-за быстрого роста, быстрого набора веса не успевают их мышцы укрепляться, поэтому такое случается. Сделали укол витаминчики, и на следующий день он уже шагает намного лучше. Витамин был тетравит, водорастворимый. Вот. В общем, вроде бы помог. Будем наблюдать дальше. Вуаля, один отсек у нас закончен. Вот смотрите, вот то, что почти высохло, какой оттенок такой небесный почти. И вот это вот сегодня докрасил. Давайте покажу вот так полностью. Вот, какая красота. Сейчас сюда подстелю, когда высохнет, чтобы тут все красивенько и чистенько было готово. И потом буду сейчас сегодня же начинать эту часть. Смотрите, сразу какая разница, да ведь? Вот. Да, погодка, конечно, нас не так радует, но сегодня изредка так солнышко выглядывало. Вот видите, там тучи все равно есть. Вчера дождик был. Вот, давно, кстати, вам не показывал кроликов. Что вообще насчет них? Они у нас в хозяйстве есть. Может быть, новые зрители не знают, но пока что у нас какой-то такой застой с кроликами случился. В одно время прям хорошо потомство было, и крольчихи хорошо рожали. Но с какого-то момента все пошло не туда, по какому-то неправильному пути.
нужно прям конкретно за них взяться и привести порядок и поголовье. В клетке у нас есть два еще отсека свободных. Нужно две самки купить. Самец у нас есть белый, новозеландский белый, он хороший, крупный. В общем, давайте покажу. Сейчас на данный момент у нас крольчиха одна старенькая и самец молодой. Не знаем, вот что делать. Самка уже она 4-годовалая. Нет, 3. Поэтому ее, мне кажется, уже случать смысла нет. Не знаем, что делать. Она живет и живет. Сидят в клетке, как у нас питомцы, и никак ничего не плодятся, ничего не делают. Пытался я ее один раз покрыть, покрыли, она не вовремя, выкидыш у нее какой-то случился, это не в первый раз, и поэтому решил больше не покрывать ее даже. В общем, давайте посмотрим, надо за них взяться и нормально поголовье маточное составить. Так, вот помните, вот эта клетка у нас, вот в таком она грязном состоянии, нужно ее потом как-нибудь обновить. Вот наша самка сидит. Это самая-самая первая самка, которая была. Живет она у нас как домашний питомец. Вот. Сидит он. Что забивать ее тоже жалко. Она еще тем более старенькая, вот немного худенькая даже. Смысла нет. Ну, пускай сидит и сидит. Свободно, клетки есть пока что. Вот, где-то они, как обычно, у нас зерно, сено. И водичка, понятное дело. Здесь у нас отсек пустует. Давайте вот так сделаем, чтобы было хорошо видно. Здесь пустота. Вот. Никого нету, нужно тут... Ну, вот тут вычищено, в принципе, нужно корм и водичку убрать. Это у нас вот эта вот клетка. Дальше у нас еще одна вот такая клетка вот есть. Здесь, вот в этом отсеке, опять же, пустует. Так, дальше идем. Убираем инструменты. Здесь у нас... Так, здесь темно. Оп, и вспышка. Здесь у нас вот самец белый. Белый, покажись. Вот он такой вот крупный, хороший. Но никак не работает, потому что самок нет для него. Вот. Сидит он по себе. И сидит. Да? Какие красные глаза. Давайте мы его вытащим, посмотрим на него хорошенько. Давайте для него придумаем кличку. Напишите в комментариях. Посмотрим. Какой-нибудь понравившийся, потом выберем. Вот такой хорошенький. Ему почти год. Я ему маникюрчик сделал. Смотрите. Какие у него когти были, видно? Вот. Где фокус? Ладно. В общем, вот. Сейчас намного тебе удобнее будет. Как раз ножницы под руками были. Такой ручной он, хороший. Не могу. Беленький. Хочется маленьких Хотел сказать бельчат, точнее крольчат. В общем, все-таки в следующий раз, когда приеду, думаю... Привезу тебе двоих самок. Да? Вот. Ну все, пора в клетку, домой. Вот так. Какой красавчик. Все. Вот так вот по кроликам у нас. В следующий раз обещаю тебе свидание. Ремонт курятника окончен. Можно сказать... На 90%. Давайте зайдем, посмотрим, какая красота у нас вообще здесь получилась. Вообще, реально, заходишь, душа радуется, что птичка в таком хорошем, красивом курятнике. Вот, полностью окончено. Я сегодня докрасила, оно еще не высохло. Давайте покажу, расскажу и какие недоделки еще есть. Буду снимать вот в таком расширенном формате, потому что так видно больше всего вокруг. Вот такая красота у нас получилась. Смотрите, вообще красиво, все чисто. Ну, конечно, со временем птицы тут немного загадят, но все равно. Раз в год это можно обновить, все покрасить. Сделал еще вот такую кормушку бункерную вчера. Здесь сколько? Ну, умещается, мне кажется, ведро точно. Если не ведро, то 7
7-6 килограмм корма. Вот, пока что эту сторону покрасил и птичку перевел сюда. Здесь же все, можно сказать, полностью все готово. Нужно сделать только гнезда. Это уже чуть позже, потому что еще они молодки. Все равно нестись не будут. И еще, я, конечно, не знаю, делать это или нет. Хочу вон там, где они вот сидят, сделать вот такие насесты и сетку, чтобы там, получается, помет падает вниз, и они не будут с пометом слишком много соприкасаться. Ну, они и тут, конечно, хорошо сидят. В общем, посмотрим. Если даже это и сделаю, то чуть позже, не сейчас. Вот, а сейчас, в принципе, такая красота. Вот, получается, после того, как она высохнет, будет вот такая светлая. Там она вот темная. Такой красивый цвет. Красиво. В общем, мне все нравится, все готово. Можно, в принципе, и в раму сюда переносить. Ну, пока что на улице погода хорошая, поэтому... Ну, не будем спешить, пускай гуляют на улице. Нужно сделать еще одну такую же кормушку в эту сторону. Для... Получается, эти будут там, а здесь будет брама. Может, наоборот, не знаю. Поэтому сюда нужно еще одну кормушку такую же повесить, чтобы было и себе удобно, и птице. И когда меня, например, дома нет, раз туда наполнил, и пожалуйста. Корм ничего наполнять не нужно, только водичку. В принципе, и поилки можно бункерно сделать. Но зимой все равно, мне кажется, тут минус будет, наверное. Пока что вот нагреватель поставил, чтобы все быстрее высохло. Вот, и вот тут пленкой закрыл вторым слоем, чтобы не продувало. Сейчас тут прям тепло, очень тепло, скажу так. Нагреватель этот быстро нагревает. И еще единственное, что я не сделал, это вот тут поставлю вентилятор, который воздух себе тянет, чтобы... зимнее время, когда влажность по-любому будет тут, не так много, в общем, влажности было. Пришло время вечерней уборки птицы. Нужно наполнить емкости с водой, поменять воду, чтобы они пили чистую воду и покупались, и обязательно корм. Кормим мы сейчас так же, как и раньше взрослую птицу, это ячмень. И также иногда добавляем мешанки в корм. Наши виандоты сейчас в этом отделе, в следующей стороне, потому что ту половину мы покрасили и подождем, пока все высохнет. Сейчас птицы себя чувствуют комфортно, едят они комбикорм для курни сошек и водичка. Вот, единственное, только с петушком небольшая проблемка, он почему-то хрипит. Я им воду дал лекарство, про которое вот рассказывал, Эналофлор. Должно помочь. Сегодня пьет второй день. А так все в порядке. Всем до новых встреч.